Вот, ну покупать. Аккумуляторы это реально кот в мешке. Ну тут 9-й год, человек говорит, что вместе с машиной покупал. Я открутил колодцы, там очень мало электролита. Но человек говорит, стоял у него полгода, он его не заряжал, но если проверять, если он полгода стоял, то показывает 12.47, но это мало, как бы должно или 12.8 или 13. Вчера прикольную картину наблюдал, как Жигули буксировала Peugeot 406. Это самая надежная машина. Ну что, вот Ванин аккумулятор. Оказался он белорусским. Электролита там очень мало. Так что, особенно тут. Тут он нету вообще. Поэтому мы сейчас дольем воды дистиллированной. Будем вот такой вот мерной стопкой. Ну и подключим его к зарядному устройству, поддержим, ну а потом посмотрим, сколько он будет выдавать. Ну сейчас он выдает 12.5. Ну вот трохи долил, надо сейчас выровнять по уровню. По уровню. Для этого надо использовать какое-то мерило. 1.5 сантиметра есть. Тут есть. Тут есть. Тут есть. Вот сюда трохи еще подлить. И все. Закручивать и ставить его на подзарядку. Видите, 2009 год, если не 5. Какая она может быть, ребят? Это мои консультанты научные. Так, ну что, сейчас подключаем амперметр, выставляем вот этот, блядь, зарядное устройство. Включаем клемму. Так, амперметр, смотрим, показывает 7 максимум. Ну, это достаточно хороший показатель, то что стрелка не падает вниз. Поэтому есть такая небольшая уверенность, то что этот аккумулятор в нормальном состоянии. Ну вот, мои консультанты переключились на что-то более интересное. Консультанты контролируют ход работы. Что вы скажете про белорусские аккумуляторы Докер? Мне понятна ваша реакция. Ну вот, через 2.5 часа стрелка уже оказалась тут. Мы еще немножко с консультантами решили подержать аккумулятор, и потом мы положим его в машину, чтобы вечером отдать Ване. Ну и потом также проверим, сколько все-таки аккумулятор выдает, не теряет ли он плотность, мощность и так далее. Ну что, вот он немножко отстоялся, ну часа 2 отстоялся, правда немного, должен через 8 лучше померить. Ну попробуем хотя бы так, если он держит, значит держит. 12.9. Отлично, отлично. Так что, Ваня, ты купил себе отличный аккумулятор за $15, который при том работает
Ну и, конечно, самым главным тестом это есть то, как аккумулятор ведет себя на самом автомобиле. И я видел, что когда Ваня, поставив свою машину в гараж, возвращался к ней через неделю, он заводил ее с полтыка. Это говорит о том, что ему очень сильно повезло. Аккумулятор оказался реально рабочим. Притом, ребята, не забывайте проверять перед каждым морозным сезоном ваш аккумулятор, откручивайте колодцы, добавляйте туда нужное количество дистиллированной воды для того, чтобы между сепаратором и уровнем воды было 1.5 сантиметра, и подзаряжайте его на подзарядном устройстве для того, чтобы он пришел в нормальную кондицию. Подписывайтесь, оценивайте. Буду для вас делать еще много хороших, интересных видео. Все, пока!